Здравствуйте! Приближаются очередные выходные. Какие мероприятия запланированы в эти дни, расскажу вам прямо сейчас. 19 августа в 12:00 на площади Дворца культуры «Нефтяник» для всех желающих состоится губкинская общегородская зарядка. Пройдет она в рамках реализации программы «Эстафета здоровья». При плохой погоде мероприятие состоится в фойе Дворца культуры. Также в субботу для детей пройдет конкурсная программа, посвященная Дню воздушного флота России. «Призвание ваше – небес синева». Состоится мероприятие в скейт-парке. Начало в 15:00. Справки по телефону 5-34-63. Традиционно выходные Музей освоения Севера приглашает всех желающих посетить стационарные сменные выставки. В субботу в 12:00 желающие смогут посмотреть интерактивный кукольный спектакль. По окончании спектакля ребятам предложат поиграть в различные подвижные игры, собрать пазлы и порисовать. В 14:00 пройдет мастер-класс по изготовлению кукол из ткани «Подружки-болтушки». Возрастная аудитория от 10 лет и старше. Премьеры недели можно в выходные посмотреть в кинотеатре «Пандора». Одна из них – «Эмоджи-фильм». В детском мультфильме рассказывается про красочный городок Текстополис, который находится внутри каждого смартфона. В этом городке живут эмоджи – смайлики. Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. В выходные посмотреть мультфильм можно в 11:40 и 15:10. Любители боевиков с юмором по достоинству оценят новый кинофильм «Телохранитель киллера». 111 минут захватывающих приключений и перестрелок. Главный герой – телохранитель мирового уровня. Его новая работа – охранять киллера, которого все мечтают убить. Чем вся эта история закончится, вы можете посмотреть в выходные в 21:10. Возрастное ограничение 18+. На этом у меня все. Желаю вам хороших выходных и позитивного настроения.